Ой-ой-ой-ой, ребятушки, чувствуете? Кажется, скоро будет серьезная битва эхолотов. Парам-пам-пам. Новый тренд сразу в комплекте с чехольчиками. О как! Оригинально. Что-то мне подсказывает, датчик-то стащили у практика. Неразъемное соединение. Честно, дисплей ожидал, что будет больше. Ну да ладно. Вот такая нехилая картинка, я вам скажу, ребята, получается. Разделение зума. Два вида настроек. Основные и второстепенные. Зарядка Type-C, кстати, в комплекте. Поплавок тоже, между прочим. Вот такие характеристики. И вполне себе уникальная технология двойного промера. Можно закрепиться на нормальную струбцину. И, правда, отдать должное, шнур очень жесткий и неэластичный.